Так, всем привет! Сегодня 31 декабря 2021. И мы с него вот только что приехали. Проверили тычки. Вот он такой налим. Попался у нас один подарок Новому году. Так, снимали на телефон там. И, короче, там не сохранилось как-то. Так, быстро-быстро все проверили. Вот приехал домой. Ага. Так, что ж, всех подписчиков и зрителей Ютуба и моего канала поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю крепкого здоровья, успехов в работе и счастья в личной жизни. Также удачи на ваших водоемах. Ни хвоста, ни чешуйки. С наступающим. Так, всем привет. Начинаем ловить жупсов на налима. Сегодня погода заметно потеплела. -22 градуса было днем. Сейчас где-то -24 градуса. Скажем, жара по сравнению -50, конечно. Сегодня говорили, что днем хорошо ловилось. Мелочь. Ну не знаю, вот сейчас время где-то 6:30. Может, я чуть-чуть опоздал, наверное, с вечерним клевом. Но думаю, что пару десяток поймаю. Что-то не дергает ничего. Что такое-то? Что глубоко очень, кажется. Ну-ка, давай-ка так подзарядим. О! Чуть-чуть как. Давай. Тот раз чуть подальше тут сидел. Тоже ловилось. Потом там сидел тоже. В метрах 2-5. Тоже ловилось вроде. Сейчас что-то там было чуть мелко, тут тоже чуть-чуть, но тут глубоко почему-то. На яму попал, кажись. Ух ты, есть. Вот первое поймал, ровно камеру выключил и тут. Угу, хорошо. Рыба есть. Угу. Есть. Вот такой вот. Вот он. Хороший. Красавчик. Попался. Угу. О, блин, ушла. Эх. Угу. Мелочь. Подергал. Сразу
ушла же. Блин. Подсёк я его. Подсёк. Хорошо идет пока. Опа. Наверх нельзя вот все-таки. Блин, сорвался.